Друзьями, зовут Тимур. Сегодня будем играть в Майнкрафт. Как вы видели в предыдущей серии, я решил поселиться в аду, потому что надо было помочь пигвинов. Это им на их же территорию напали хоглины. Вот я решил помочь. Вот пришел к ним. Вижу, а у них вообще мало было народу. А вообще их было куча вон там, этих хоглинов. Но сейчас я решил помочь. Заспал некоторых, да еще этаж с зарытовой броней. Укрепил двоих. Вот этот и этот. Теперь они охренят. Капец. Опять война началась. Ну что же, давайте поможем им. Но сначала мусор выкинем. Пигвинов. Давайте вот так вот. Давайте поможем этим беднягам. Кажется, им сложно будет выживать. Потому что пигвины очень самые сильные. Точнее, самые слабые. Ах, блин. Так, мясо заберите. Давайте поможем им. Снова. Это что такое? А, все. Все, отпустил меня. Тут, кажется, два главаря. Теперь это их территория полностью. Ну, как говорил, тут куча. Короче, вон, помогаем потихонечку. Чтоб у них что-то вы. Заодно у них говорят еще, что-то у них не растет. Так что я решил им тоже помочь с растениями. Так, давайте небольшую паузу. Ну все, нашел эту костную муку, так что давайте. Что-то не растет. Давайте кому-нибудь помогу с растениями, а то у них вообще ноль растений тут. Ну и да, если я у них, то я должен добавить им какое-нибудь украшение. Типа... Я сам не понимаю. О, это как раз новое место будет им.
Я хотел, чтобы сюда привезти. Косёк. Тут стрела горит. И да, кстати, кто-то писал в комментах то, что вышло. 1.21. Да, она вышла. Но я не стал ее скачивать, потому что она не лень. Мне больше всего такая версия нравится. Так что эта версия мне больше всего и сойдет. Им будет комфортно здесь находиться. Заодно у них враги есть. Давайте-ка их немного закроем. Ну а чё, это их территория. Их надо закрыть, чтобы они там спокойно жили. Кстати, ребят, передавайте привет Скричу и Фласке. То, что я тоже снимаю Майнкрафт теперь. Если чё, под комментом я напишу... Передавайте привет, Фласке. И Скричу, потому что хочу это с ними, это видео хочу с ними снять. Еще они пусть ко мне приходят. Хочу с ними снять видео. Показать, как живется вода у меня. Вообще у меня тут хорошо. На самом-то деле тут хорошо. Мобы есть. И еда есть. И дерево. Только одного минуса. Камня тут нету. Давайте-ка это мясо соберем где. Пиглина. Отлично. Мы добавили... Собрали 9 сырой свинины. Тут целых 2 главаря. Потому что вот этот зачарованный, а другой еще не зачарованный. Нужно тогда последний добавить кому-то... Ботинки. Золотые. Всё. Пиглин, это ботинки. Смотрите, некоторые тут живутся хорошечно. А кому-то другому. Везде. Где-то живется хорошечно. Нет, особенно здесь хорошечно живется. Воду, потому что тут хорошо, да еще кровать срывать можно. Кстати, давайте это идем оригинальный вход для них. Да и базу вскрыть его. И да, ребят, если кто-то знает, то пиглин могут открывать двери. Ну и сейчас под такой стиль я вам добавляю такие вот двери. Такие вот. О, это двери и все остальное. И да, ребят, кстати, одна большая новость. Я еще уже не... Так как я уже не делал фан-встречи, я вообще не могу делать. Так что я еще уже не делать фан-встречи. Потому что это сложно. Простите. Короче, это слишком... Для меня сложно будет со всеми болтать. И все. Так вот.
какая сегодня моя цель? Это моя цель найти, конечно же, какую-нибудь пазочку от пиглинов. И потом им построить большую и нормальную базу. Кстати, а вот, кстати, портал, вот, что он тут делает? О, это не мое. Так вот это можно отдать. Можешь себе забыть. Это точно не одобряю. Сейчас буду ему сдавать. Одно, второе. Кажется, что собрал. Ботинки. Даже вот. Не отсюда, газ. Они подстрелить от него. Ну и все. Кстати, ребят, показать фокус. Берем вот это. Видели? Сейчас еще. Сможете так же? Попробуйте так же. Это не очень. Я хоть начал это все сейчас. Но очень клево. Я около портала. Видите? Это вообще клево. Так телепортироваться. Если у вас запас 2 стака или 3 стака этих глаз. Вы посмотрите, как это вообще. Давайте убьем этих кошек. Дух, да, давайте. Кстати, скоро будет третья часть. Как сегодня выйдет третья часть. Так что подписывайтесь на меня. И ставьте лайки. И на колокольчик не забывайте нажимать. Третья часть вам точно понравится. Кстати, я считаю, что еще один четвертым охранник. А почему четвертым? Потому что тут где-то еще один третий ходит. Но если его не видно, то он значит умер. Я считаю, значит, третьим. Так что, я считаю, с третьим охранником их же покоя. И вот. И я собираюсь как-то... Кстати, ребят, скажите, сколько этих неизвестных... Скажите, сколько у них хп? Все, убили, теперь можно наблюдать. А вот и свинка. А теперь полностью атакую. Чёрт. У меня еда есть. Кстати, давайте немного...